Премии губернатора Иркутской области удостоены 7 работников культуры из Ангарска. Мера поощрения главы региона действует уже более 10 лет. Торжественная церемония состоялась накануне профессионального праздника деятелей искусства. Его отмечают 25 марта. Перед ответственным моментом с лауреатами встретилась Мария Константинова. «Великолепная семерка» – так шутя назвали себя ангарчане. У каждого лауреата премии губернатора за плечами годы плодотворной работы в сфере культуры. Например, Вера Павловец. В искусстве она уже 20 лет, последние 9 руководит городским музеем. Учреждение идет в ногу со временем. Вера Илларионовна признается, что премия главы Приангарья – это наивысшая оценка труда своей команды единомышленников. Я считаю, что вот это не моя заслуга совершенно, а заслуга моего коллектива. В этом году и в предыдущие годы было сделано столько много. Мы выиграли достаточно много грантов. Особенно в этом году у нас было 4 гранта выигранных. Конечно, у нас новые направления, новые экспозиции, новые творческие программы. Все это сработало на имидж нашего учреждения. За верность профессии номинирована директор Центральной школы искусств Наталья Харченко. Работе она отдала 40 лет жизни. 20 из них является руководителем учреждения культуры. Признание твоего труда – это всегда очень радует, это очень окрыляет, вот, и дает как бы большие такие потенциалы к дальнейшей работе. Очень люблю свою родную школу. Я там выросла, я там работаю, там коллектив, который я знаю, ну, можно сказать, всю жизнь. Премии губернатора удостоены 7 работников культуры Ангарска. Многие уже определились, куда потратят поощрение. Ну, мне бы хотелось потратить их на свое самообразование, на развитие. Для профессионального роста это очень важно. Сейчас очень много предложений как в области, как в мире, в России, по повышению твоей квалификации. И поэтому это очень важно сейчас. И это недешево. Поэтому стоит этим воспользоваться. На премию губернатора Иркутской области в этом году претендовали 112 человек. Удостоились награды 50 из них. Самой многочисленной на торжественной церемонии в Доме правительства Приангарья была делегация из Ангарска. Мария Константинова, Олег Левченко. Местное время.